Ловите годный лайфхак. Если у вас вечеринка и вам нужен стробоскоп, просто врубите на перемотке этот топ, и вы получите яркие пульсирующие вспышки. Это Парень-матч топ-10. Как дела, девчонки и мальчишки? Все как обычно, с нас лучшие моменты, с вас лайки, комменты. Это второй выпуск. Полетели! Открывает нашу десятку американский легионер из Уралмаша Джастин Робертсон. Ой-ой, лучше не поворачиваться к нему спиной, когда он скидывает мяч за лицевой. Он бросит снаряд тебе в спину, затем поймает его и положит в корзину. На 9-м месте центровой Александр Лавников из Новосиба. Уфимец не успевает вернуться в защиту. Ткаченко на Лавникова, данк засчитан. Шикарная быстрая атака Новосибирска. Не, ну это однозначно лайк плюс подписка. На 8-м месте расположился Артем Чуваренков из Барнаула. Сногсшибательный дриблинг, отличное видение площадки, высокая культура паса. Артем Чуваренков не игрок, а художник, словно Пикассо. Сначала Артем дриблингом отправляет защитника в нокдаун, затем смело идет проход и отдает, не глядя, шикарную передачу на Александра Мартынова. Пьеса завершается песней трехочковой. На 7-м месте Илья Салтыков, купол Родники. С его приходом в Суперлигу крутых моментов стало больше, вот зацени. Оу! Востриков был уверен, что передача пойдет на Зверева, поэтому сдержать Салтыкова шансов у него практически не было. На 6-м месте центровой цоп-лока Семен Медведев. В берлогу к нему лезть не нужно, иначе живо превратишься в ужин. О, ужас! Андрей Сопин на многое способен, но, судя по всему, для Семена он съедобен. Зверский блокшот Медведева на 6-й строчке. На 5-м месте защитник Барнаула Александр Мартынов. Рубрику «Шапито» заказывали? Александр Мартынов проходит, забивает с фолом. Сложнейший мяч в прыжке с разворота. Цирк? Да, но не только. В этом матче он набрал 29 очков и пока что это рекорд сезона. На 4-м месте центровой команды купола Родники Максим Прощенко. Забить сверху проще простого, когда получаешь мяч от бревного. Это безумный Макс от баскетбола и его бомбический данк после паса с отскоком от пола. На 3-м месте Алексей Чиликин из Барнаула. Вы только гляньте, как он воткнул сверху через Филиппа Гафурова. Его игра горячая, как чили. Алексей Чиликин забирает 3-ю строчку нашего топа. На 2-м месте форвард Химок Артем Востриков. Артем получает мяч, разворачивается, движется к кольцу вдоль лицевой, там околачивается Прощенко и Вострик колачивает через него сверху одной рукой. Отличная сцена. Артем берет на постер-постермена. А на 1-м месте разыгрывающий МБА Даниил Касаткин и его сумасшедший бросок через всю площадку. О май гаш! Пусть меня повесят в зале на шнурке от кроссовки, если в Суперлиге кто-то забивал с такого расстояния. Невероятное попадание. На этом все. Расписание и результаты матчей на RussianBasket.ru. Люби эту игру!